Привет, друг! С вами Дима Тярик Скул. Настал тот день, которого все мы последнее время ждали. А именно кубок Барс с лютейшими конкурентами. Специально ради этого кубка мы выбрали максимально интересную площадку, до которой пришлось добираться порядка 4 часов. А находилась она в Курганской области, в городе Шумиха. Плюс данной площадке, что она находится на улице с гимнастическим турником и большим слоем матрасов. И перед тем, как я покажу вам наших конкурентов, Стасян кое-что хочет рассказать. Слушай, Стасян, нас тут вообще всем интересно, почему ты такой мощный, как тебе это удалось? Знаете, я бы мог сейчас вам начать затирать про то, что там талант у меня там вот такой вот, да, то, что там упорные тренировки. На характере, но на самом деле все может быть максимально проще. Воркаут-шопчик. А давайте я вам продемонстрирую. Давай. Так, ну-ка смотрим, что здесь будет происходить. Опа. Вот что творит буквально мерч от воркаут-шоп. Жесть. Просто чуть не вырубил меня со своей вертухи. Жестко. Воркаут-шоп решает. Ну что, пора представить наших участников. Стасян. Единственный атлет команды Dimaterik School, у которого имеется аж 2 кубка Барс. Разрывал много юбилеев. Единственный делает в команде перелет Ткачева с солнышка и контр передняя в зацеп. Действующий чемпион России по воркаут в юниорах. Димас. Необычный атлет из команды Воркаут Леон, который вывез в одного весь наш вызов, где был полный перелет Ткачева, да еще и в 720. Также, возможно, единственный атлет, который затащил бэк в зацеп с нижних хватов. И один из немногих с максимально близкими попытками к супре 900. Гашан. Атлет команды Dimaterik School сделал первым 900, а также единственный X-вылет 900 в команде до сих пор. Гашан запомнился всем в основном на юбилеях, в коих он шарил и всегда разрывал. Георгий также обладатель кубка Барс. Дэн. Копия Гашана в масштабе 1 к 2, с таким же диким потенциалом во всех элементах. За небольшой срок тренировок в нашей команде он уже смог затащить 720, супра 540, а также перелет Ткачева из виса сзади. В последних соревнованиях забрал первое место. Является атлетом команды Dimaterik School. Женек. Занимается всего полгода и уже освоил такие элементы, как петля корбут, карнаж, бэк-ту-бэк и другие мощные элементы. Состоит в команде Воркаут Леон. Данила. Атлет Dimaterik School с непревзойденным чувством юмора, а также мощным потенциалом в элементах. Даня не всегда мог затащить на юбилеях, зато в штатных видосах он отрывался достаточно мощно. Алишер. Атлет из команды Воркаут Леон с говорящим именем и мощной статикой. Порой делает такие вещи, когда смотреть даже страшно. И все же сегодня он решил сразиться в Барс. Матвей. Невероятно мощный малой в команде Dimaterik School, который еще больше года назад покорил нас своей семерой и рвением тащить, несмотря на жесткие условия, где помимо того, что он тренировался в мороз, так еще и на дико шатающемся турнике. На данный момент Матвей имеет огромный потенциал на чемпиона Барс. Андрюха. А вот это самый настоящий градусник, который готов сделать связки 360, 540, 720 и уже явно скоро добавит туда 900. Также состоит в команде Dimaterik School. Владос. Атлет и тренер с непревзойденной дисциплиной и характером. Буквально порвал всех на эмоции своим тестом на атлета в команду Dimaterik School. Готов бороться даже тогда, когда остальные сдаются. Виталич. Атлет и тренер команды Воркаут Омск с невероятно разнообразным стилем элементов, идеально сочетающий динамику, статику и джимбар. В своем городе разносит такими элементами, как 900, бэк в зацеп и наистабильнейшие семеры. Так, стоп. Ты вот сейчас серьезно будешь смотреть это видео, даже не подписавшись на канал? А я столько времени на него потратил, что
буду признателен, если ты жмякнешь эту кнопку, хорошо? А как же лайк, господин? Если ты его нажмешь, то выход следующего ролика максимально ускорится. И еще, у нас скоро может быть юбилей. Юбилей в 200 тысяч подписчиков. Если вы сможете нам помочь это собрать, то увидите грандиозное видео, которое все очень давно ждут. Поэтому надеюсь на вашу помощь. Так, ну коммент в принципе можно и потом написать, это не страшно. Стоп, ты до сих пор не написал Лене? В смысле, кто это? Так, погоди, сейчас объясню. Короче, Леонид — это реальный админ нашего канала. Он помогал много реализовать проектов, но самое важное, он уже на протяжении долгого времени помогает нашим подписчикам зарабатывать порой до пятизначных чисел. Разумеется, он сам с этого тоже зарабатывает, тут подвох как бы и нет. Но самое важное, что за несложные задания вы получаете реальные деньги. И это работает. Много людей писало уже об этом. Единственный момент, что это все может работать только с 14 лет. И пока вы переходите по ссылке в описании и пишете Лене, хочу предупредить, что он на данный момент не всем может ответить ввиду загруженности в личке. Поэтому терпение вам, ожидания, и вы сможете прийти к своей цели. И не забывай, я слежу за тобой. Если ты опять, не дай бог, не перейдешь по ссылке к Лене, ох, я не знаю, что я сделаю. Я вот сейчас возьму видео, оборву, и что ты будешь делать? Все, капец, да? Вот. Тем более, такой красивый фон. Ну как, ну... Леня нам очень помогает, я надеюсь, что вы поможете себе точно так же. А мы продолжаем. Так, короче, я пацаны, хочу... по правилам. У нас игра Барс, у нас только динамика, без статики, без джимбара, то есть адекватно по максимуму элементов. Делаем до трех в связке. Я могу вам дать на выбор. Либо две попытки на загадку, либо три. Можете сами выбрать, как хотите. Три будет долго, но три будет интереснее. Три будет на загадку, четыре на исполнение. Окей, потянет? Да. Все, полетели. Первый у нас выходит Евгений. Давай, тащи. Надо сейчас... Вам не обязательно здесь стоять, если что. Вы, главное, запомните, кто за кем. Все, погнали. Женька загадывает первый. Мы начинаем игру. Барс. Так, полетели. Это что, семерка? Треха. Такс. И мортира. Окей. Все, друг за дружку. Данила минус сразу же. Сразу же. Так, ладно. Не, на самом деле, я могу подстраховать, кого надо. Ты, я тебе дам, не надо. Так, окей. Здесь у нас есть Тим Тимыч. Надеюсь, он не сломается сейчас. Слава богу. Окей, ладно. Все, Тимати по крутой. Тимок, давай так, если ты вообще все связки выполняешь, эти кубок отдаю, иди домой, короче. Помнишь, да? Мои проблемы с квартирой. А, вообще не умеешь? Вот и все. Вот и приплыли. Давайте подстрахуем, да сделаем. Все, Дэм, пошли. Ну-ка, давайте, полетели. Комара в Барс не берем. Так, сначала с трехи. Опа. Давай, давай, Дэн, заходи просто. Дэн, зайдешь, и у тебя еще три попытки на лайтах. Группу возьми, тебе даже страховка не нужна. Вот настолько я уверен в тебе. Так, Владос. Владос, давай, давай, тащи. Треха, есть, хорошо. Давай, 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 мортира. Мортира, заходи. Он не умеет. Давай, Владос. У него с плечами проблемы. Да, ну тут Владосу будет овер тяжело. Овер тяжело, прям совсем. А кто сейчас? Димас, ты что ли? Вот, у них уже план есть, они придумали все, придумали, так скажем, стратегию для победы, и посмотрим, выйдет у них это сегодня или нет. У Димаса треха легко, ну и в мортира, я думаю, вообще без проблем, там даже винтом он бы спокойно сделал. Я умею мортир, винтом, пустите меня в бар. Ставь дизлайк, если комар надоел. Короче, что мы сейчас сделаем? Так как у многих проблемы с мортирой, мы сейчас просто через страховку подойдем ко всем, окей? Полетели. Погнали. Есть. Заходи, заходи. Хорош! Хорош! Да. Так, окей, у нас тут Станислав бессмертный, потому что он собирается делать сам без страховки. Мы пошли на это смотреть, без регистрации, разумеется. Полетели. Давай. Хоп. Стасян пошел. Окей. Есть. Давай, 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 нормально, нормально. Попозже. Сделай.
Ой, хорош! А я умею маркировать! Хорош! С первого раза научился! Я переделаю, потому что я залетел. Ну окей. Все, главное сейчас быстро, пацаны, в темпе, никто не тормозим, особенно Данила Горилла. Все, полетели! Давай. Ну, я думаю, здесь все на лайтах. Пэм просто. Что, простите? Мартира! Хоп! Хорош, хорош! Треха с локтей в локти, это вообще шо, простите. Так, Комар, ты чё залетел? О, капец! Гошан! На характере, давай, погнали, тащим, делаем сразу же! Так, давай, Гошан! Есть! Давай, тащи! Пойдет! Хоп! Ой, хорош! Просто! Мега медленно. Ну, короче, здесь много букв накинется. Понимаешь, я даже... Я ее давно просто не делал. Давай еще я раз. Я вообще не делал. Так, окей, ну Данила не сдается, он пробует еще раз. И все это плачевно, Данила идет домой. Да не, ладно, давай просто, окей, пофиг, буква, окей. Ну, сейчас я еще раз попробую. Пожалуйста, мне не жалко. Так, Данила пробует еще раз. И это все. До свидания. Всем а пока. Если я сейчас сделаю на мортиру, кто страхует? Господь. Окей, Владос на страховке. Алишер на турнике. Тащим. Давайте. Ну-ка, тащим. Подержай. Опа. Хоп. Ой, хорош. Пойдет, считается. Красавчики, вот молодцы, когда прям в игре за несколько попыток способны научиться новый для себя элемент, офигенно. А так, у нас все получается. Что за камнепад? Что имеем по итогу? Данила, буква Б. Андрей, Б. Шо у нас? Кто загадывает второй? Владоса тоже буква Б. Кто второй? А, Дэн. Сейчас полетим дальше. Мне самое интересное, будет до жестко! До Гошана вообще очередь дойдет, мне интересно. Ну ладно, мы не отчаиваемся, верим во всех атлетов. Каждый топит непосредственно свою команду. У нас сегодня воркаут Леон, воркаут Омск и непосредственно Диматярик Скул. Полетели. Пам! Пам! И последний элемент пошел. Давай! Эх, мимо. Ну ничего, две попытки. Давай, Дэн. Тащи. Окей. И финалочка. Пошел. Попозже. Давай. Нет. Пам! Хорош. Опять что-то... Он 4 элемента сделал. Стульчик элемент. Да вы что, угораете, что ли? У нас стульчики, склепка, санжировка, это за элемент, ну, типа, грустно считать. Вот она, сука. Давайте смотрите. Вот она, сука, твоя. Пам! Если что, смотрите, по правилам сейчас. Еще один момент буквально. Раз мортирой минусовали, мортиру вставлять нельзя больше. А те элементы, которые использовали, нельзя? А, более того, трех услов... Трех локтей, трех так, локтей. Погодите, пока я базарил, Матвей все сделал? Ладно, извините. Окей, неважно. Трех ус локтей тоже нельзя вставлять, потому что Данил ее также не сделал. Почему я ее могу сделать, да? Я просто ее давно не делал. Чего ты чешешь? Все, успокойся. Давай, Стасян, пошел. Сейчас икс вылет в накрест, непосредственно залет на подколение. Нормально. Я забыл, что это икс вылет еще можно не взять. Я уже знаю, что у меня в голове так залететь и супру. Да. Дела, делишки, да, Гошан? Дима, можно супру не с отмаха, а с выстрела? С выстрела. Нет, там именно с отмаха. Нет, там именно с разрешили. Ну давай, ладно, пофиг, не буду ничего жестить, не буду. Просто будем такие поблажки делать, почему нет? Данила, погоди, он что, супру собрался? Окей. Давай, Даня. Два стульчика, ну это перебор, это слишком сложно. Просто вообще... Да, если вы не видели, как падает какашка, прямо сейчас, в прямом эфире. Гошан, пошел! Так, да, пошел, нормально, пойдет, ничего страшного, давай! Давай! О, хорош! Отлично, Георгий! Неплохо вписываемся в игру, да, Матвей? Нормально все? Хорошо. Вот это самый мощный тащер, он ушел. Ладно. Я еще попробую. Матвей что-то залетел. Повторить, может, захотел. Ну-ка.
пам, пам, вот так вот просто, вот так вот, хоп, хоп, хорош, хорош. У нас некоторые моменты могут отличаться, к примеру, Виталя будет не с отмаха, а с выстрела делать, но это не сильно страшно. Так, да, слетели, тут... Этот лишний. Сейчас сними, пожалуйста. Так, давай, давай. Тут шлепок улетел. Пуфельку сняли. Окей. Ой. Уже выкинул нас, не получается. Так, ну это лишний так, при стрелочке. Окей, да, ничего, давай, у тебя еще три попытки, чтобы забабахать как следует. Алишерка, тащим. А так, нюансы. Супруг, говорит, ни разу не делал. Давай, тащи. Ну-ка, погнали, погнали. Я не ожидался. Окей. О! Молодец, но, тем не менее, давай хотя бы на супру отмахнем. Отмахни, а я отмах не умею. Научишься. Сейчас все поймешь, у тебя целых 4 попытки. Давай. Пошел. Сейчас прикиньте сделать, я все, я домой. Ой, блин. Молодец! Продолжай! Допустим, было. О, Данила, слушай, не так плохо, как могло быть, по крайней мере, я скажу. Так, Данила залетает на перекладину, чтобы сделать вот так вот. Вот так вот. Опять два стульчика зачем-то. И давай, вымахивай сильно, Дань. Ну-ка. Даня, если бы ты не крутился, как, не знаю даже с кем сравнить тебя в этот раз, как горилла, то нормально было бы. А? Мне бы X-Wheel взять. Да, так-то, вот у кого какие проблемы. У Дани Супра и у Стасяна с X-Wheel. Ну ничего, идем дальше, нормально. Все красавчики, никто не сдается ни в коем случае. Пам, пам. Давай, ой, Стасян, давай, тебе же еще супру делать, только сейчас понял. Делай. Оп, подержать. Стасян, надо, поверил, вот сегодня поверил, надо. Все. Я супер, хоть и в жизни супер, еще тебя не видел, но надо здесь сделать, по-любому. Ой-ой-ой-ой-ой, как солнце-то засветило. Ой, Владос, давай, тащим, тащим. Так, с Андрюха что-то... А, Андрюха, надо сделать, надо сделать. Танёк на перекладине, смотрим, что сейчас из этого выйдет. Пам. Эх, 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 эх. А это у нас Димас. Воркаут ли он? Полетел. Хоп. Эх. Ничего, 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 ничего. Слушайте, я скажу, Дэн неплохую связку загадал для начинающего такого атлета на канале непосредственно. Вот, видишь, вот. Ну да, ничего. Тимохе, а.к.а. Комару, даем возможность сделать ничего. Ничего не даем ему. Все, полетели. Сейчас сделает уже Виталий. Я надеюсь, сделает как следует. Так как у этого человека наистабильнейшая семера. Я надеюсь, что с супрой проблем никаких не будет. Давай, тащи. Так. Пожалуйста, сделай, я болею. Окей. Окей. Давай, 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 давай. Эй, близко, близко. Давай, давай, Виталий. Алишер, тащи, тащи, тащи. Так. Оп. Оп. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Выстрел. Близко, близко. Ой-ой-ой, что, готов, Дань? Все, у Дани финальная попытка, что из этого выйдет, сейчас, прямо сейчас узнаем. Давай, тащи. Есть, есть. Ой, ну ладно, ничего, Дань, нормально, нормально. Просто супра. Давай, пошел. Хоп. Так, Стасян, человек, который должен показать сегодня супру. Да, я же, грубо говоря, за это, как это называется? Должен, короче, свою честь, там все дела. Вот именно. Кубок свой. Вот именно. А если про край, я кубок не отдам? Нет, вон кубок новый. Стасян же у нас двукратный чемпион по барзу, и сегодня у него есть возможность взять третий кубок. Нет. Пам. Пам, ну для этого явно необходимо сделать супру. Подержи, попозже, Стасян, попозже! Взял. Ай, ой, близко, взял. Стасян, близко, еще две попытки, держи прям в тало. Одна! Давай, Тима, дольше держи. Делай, а. Подержи их с вылет. Я вроде держу. О! Так, с Димас пошел, снова тащим. Хоп! Ай-яй-яй-яй-яй, вы посмотрите, как пружинит. Головой дал Димас? Локтем? Локтем. Аккуратно, аккуратно, пацаны, надо держаться по-любому.
Ничего, ничего, ничего. Сейчас пойдет, все разогреются. Да, Владос пошел. Ой, Владос, надо прям, доживешь, надо сделать. Давай. Даня подбит, пошел. Даня просто решил залететь, попытаться супру еще раз. Мало ли, говорит, вдруг возьму. Окей. Так, хорошо. Давай, пошел. Подержи, давай, подержи. давай. Ай, дернула. Давай еще выстреливай. Так, пойдет, сейчас. Окей, будем такие моменты пока, может быть, прощать. Сейчас посмотрим. Ох, почти. Так, ну все, финальная попытка, Стасян. Держать еще раз. Держать, пошел. Так, окей, разгоняемся. Хорошо. Давай, держи! Ай, почти, ну как вообще это? Ладно, нормально. Б. Ну все. Первая буква А. А, Б, Г. Так, Димас, давай, пошел. Мы сейчас сразу дальше пробуем. Пока что еще связку не все смогли выполнить. Кто-то уже потратил свои попытки, а кто-то, как Димас, может сейчас сделать хорошо. Полетел. Давай. Ой! Что? А как это было? Почему это не заметил? Капец. Дмитрий, сколько попыток еще есть? Одна. Давай, затащи по-любому. Опа! Нормально. Надо держать, конечно. Алишер, ты? Алишерыч, я уверен, что под эту музыку все получится. Давай. 4 попытки дается. Пошел. Сейчас все выйдет. Давай, Алишерка, пошел. Так. Ну-ка. Есть. Давай. Давай, нормально вымахни. Попозже. Ой, как близко-то, как близко. Так, с мамой Матвей хоть здоровается со всеми. Приятно. Так, опа. Давайте сразу определимся, кто еще не выполнил. Это Димка, еще... Где-то еще Алишер, вон там. И пока на этом все. Вот, и дальше уже загадывать будем. Давай, погнали, тащи. Так. Опа. Есть. Давай, по-любому брать. Попозже. Есть, хорош, отлично. Все, Димас смог, Димас затащил, отлично. Георгий что-то залез. Давайте хотя бы посмотрим, что он... Интересно. Так, Алишер, давай последняя попытка тогда и уже будем дальше. Давай, пошел. Есть. Давай, нормально. Пошел. Эх, мало выстрела было. Ну ладно, давайте определяться, что по буквам. Б. Все, полетели. Сейчас сразу же дальше пробуем, да, Андрюха? И Андрюха загадывает непосредственно 720. Пам. Вот так легко, непринужденно. Пам! Блин, Андрюха, здесь даже двуху можно делать, я тебе так скажу. Окей, так, самая стабильная семера сейчас подлетит, а именно Виталя. А что нам вообще за связка? Семера Гейнер? Семера Лач? Блин, ты хотя бы семеру в пятеру сделал. Где дядя Андрей? А вон там стоит. Оп. Ой, как медленно тебе это. Тимоха, ты че? А можно с другого захода? А? С другого захода. Да можно, главное, чтобы семера была и Лач. Окей. Все, семера нагружается. Бам! Просто! Вот так вот! Вот так вот просто, я бы даже сказал. Отлично! Матвей, давай! Офигеть! Это вообще как работает, извините. Опа! Ничего, бывает, Матвей. У тебя еще 3 попытки. Береги мозоли, не убивай их, понял? Все. Ты тоже. Комара в барс. Хэштег комара в барс. Все, пошел, Даня. Даня, блин, тот самый этот шанс выпал тебе на семеру. Воспользуется ли он им? 4 попытки всего. Давай, Ладос. Ну-ка. О, жестко. Главное, колено не потерять. Нормально. Ну давай, Гаша, давай. Надо взять семеру с 4 попыток и не обсуждается. Согласен. Давай. Пошел.
Женек здесь также, давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полетели, улетели. Я Стасян сейчас семеру сделаю. О, Стасян из Омска. А где у нас Стасян из... О, нет, где Виталий из Челябинска? А, он раздели бедолагу. Стасян сделал! Все, Стасян тоже сделал, прекрасно вообще. Бам! Ладос, давай, 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 полетели, полетели, тащи. Жестко, 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 Дэн, давай, пора, пора, наверное, бы и сделать. Окей. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, почти, давай, Дэн, бери, бери. Так, мне вот на самом деле, знаете, что интересно показать вам? Вы же видите только одну сторону. А тут еще вторая есть у нас. Немного группа поддержки. Так, окей. Опа! Кошка, молодец! Ну, ладно, все-таки я перейду на тот ракурс. Так. Дима, молодец! Давай, давай, давай! Давай, возьмешь, тебе от меня будет подгон, стопудово. Жестко, жестко! Да боже, сам же сделал! Я же сделал! Оп-оп-оп-оп! Тяжко, тяжко. Ладно, что тут со Стасяном на самом деле интересно. Там еще Гошан, там еще Матвей. И надо как-то нам реабилитироваться, чтобы пацаны не минусовались ни в коем случае. Потому что семера тут у нас немножко, как бы так сказать, хворает. По сути, как бы наш человек его загадал, но он минусует также наших. Это странно, да, но... У нас, тем не менее, индивидуальный барс, и по факту останется только один человек, которому мы вручим кубок, и он за всю команду отвечает. Просто да, Стася, просто держи. Ну, Даня, готов? Даня, давай, за все юбилеи просто возьми. Взял! И ляг. Это, конечно, бесполезно, сам вчера видел на его выдке. Ну, все же, хотя бы полетай. Вон Даня же летает, что ты не полетаешь? Давай. Окей. О, ну слушай, хотя бы это, ровнее тело держи, старайся не расклёбываться, да и все, чтобы как-то ровно ложился. Ладос, давайте все, тратим попытки, не жалеем их, стараемся сделать. Ух ты, как залетел-то. Ладно, все, Гошан у перекладины, а это значит, что надо сделать хорошую попытку. Предыдущая была максимально непонятная. Гошан очень давно не брал семеру. И если он сделал за 4 попытки, на самом деле это будет героический поступок. Давай, Гошан. Все, надо попытаться, надо постараться прям. О, хотя бы крутка есть, хотя бы есть крутка. У меня примерно так же или хуже? Плюс-минус так же, да. Плюс-минус, больше-минус. Окей, окей, Стасян. Ох, Стасян, давай, нагрузи хорошо прям. Ой, почти, Стасян, давай, давай. Я не поверил. Прям надо стараться, надо верить как никогда. Давай, пошел, Ладос. А так типа легче? У Матвея вот на самом деле вот такая беда, но Матвея... А я надо, а я когда загадываю? Команду, на, а я когда загадываю? А? Когда загадываю? Надо сделать, Дима, прям. Давай семеру возьмем. Я девятку могу. Промой просто, промой и намажь. Я давай. Ну, далеко. Ух, жесть. Просто видишь, сливаться сейчас тоже не варит. Я вижу, что там капец плохо, я верю, что это капец ужасно. Но Матвей прям... Ой, как жалко тебя. Надо как-то а вот так абстрагироваться и попытаться. Нет, я сорвал. Иди промой ее и намажь майонез. Давай, Матвей, мы... Это твое поле боя, и надо, чтобы ты как-то здесь тоже вырывался. Нет, давай. Сейчас, если Стасян берет семеру, получает браслетик воркаут Омск. Окей, полетели. Давай. Так легче на семеру? Ну, кому как. Кому как. Вон Виталий без этого делает. Давай. Матвей с жесткой мозолью. Ты на 1080. Да. Там жестко. Ох, я буду просто верить в Матвея. Я надеюсь, что он все-таки сможет сделать, несмотря на эту жестокую мозоль, потому что иначе тут вообще это прям тут воркаут война какая-то. Здесь надо прям биться. У нас, конечно, здесь все дружественно, я болею за каждого, но тем не менее, надо, чтобы каждый выкладывался на все 100 по-любому. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он семеру убрал вообще? Да. Ну давай, пошел. Так, ладно, едем дальше, 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 гоним. Эх, надо ближе.
подарок. Вот такой вот подгон, чтобы сделал семеру Матвей. А я девятку сделаю. Семеру надо сейчас сделать, потом девятку. О, Матвей, комар. Кто комара прихлопнул? Что случилось? Локоть, бобо. Опа, красоты. Все, пишем в комментариях. Его лицо просто такое. Живи, комар. Стасян, я не знаю, может поможет. Может быть. Давай. Просто сделай. Как раньше. Так же хорошо. Ух. Взял! Почти! А, вот это моя любимая проблема, пальцами биться. Но не так сильно, как обычно. Давай, главное, это не травмирует, конечно. Так. Все, Дэн, давай, нагружать элементы. Давай, тащи. Дэн, надо семеру, всего лишь семеру. Попозже. Опа! Близко! Сколько еще попыток? Две? Давай, надо брать по-любому. Гашан! Собрались! Окей. Ой-ой-ой, какая попытка-то, Георгий! Блин, одна осталась, Гашан. Все, у Стаса и Гашана по одной берут, оба получают браслеты. Вообще, давайте, пацаны, надо тащить. Матвей, давай, пошел! Бери! Ой, хорош, красавчик, Матвей. Просто через такую боль, ой-ой-ой, через такую боль, но сделал. Матвей, красавчик. А это прям вот, пацаны, это вот как говорит Ладос, реально на характере, там вообще там очень жестко все. Погнали. Ух. Ладос, шлагбаум. Так, Дантес. Ну ладно, тут все, окей. Алишерыч, давай. Если на нормальном качестве. Ну да, тут тяжко. Ну как бы вот так, пацаны, вот так вот. Когда я загадываю? Вот чего стоит борьба, борьба за всю команду. Стасян остался Гашан и Дэн, те, кто еще могут взять из нашей команды непосредственно их. Я надеюсь, что, конечно, это все выйдет. Посмотрим, будем болеть за наших. Окей, но тем не менее, здесь еще есть Женек также, который будет пробовать 720. Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это опасно было, опасно. Так, ну все, пацаны, сейчас тот самый момент настал. Сейчас Стасян должен сделать 720, чтобы не получить вторую букву. Это очень важно. Разумеется, надо здесь подержать прям. Будем надеяться и верить. Погнали. Каждый здесь достоин уважения. Все борются, молодцы. Все, мы смотрим на Стасяна. Взял! Ой, хорош, красавчик! Офигеть, просто вот так вот, красава! Так, ну что, как эмоции, Станислав? О, вообще приятно, я так давно не делал и так сделал. Черная или белая? Черно-белая, давай. Ладно, окей, у нас есть еще Георгий с последней попыткой. Ух, Гашан, заставь меня орать, давай, соберись. Мой браслет. Так, окей, все, Дэн у нас на перекладине, сейчас у него есть еще две попытки, но я очень надеюсь, что он сможет это сделать с одной, чтобы порвать все. Давай, Дэн. 720, полетели! Взял! Ой-ой-ой-ой-ой, Дэн! Нормально? Затирай, чтобы не болело, затирай. С которой стороны? Хорошо, вошел, но в целом я думаю, что все нормально, сейчас пройдет. Передержал, ничего бывает. Все, Гашан, с финальной попыткой. Готовься, Гашан. Залетай, давай. Пошел. Так, и здесь надо. Ой, хорош, вот это да, 720, Гашан. Затащил, капец. Вот это прет, Дэн, тебя только не хватает, давай. Ну и Владоса. Владос потратил попытки. Ничего страшного, окей. Тут Тим еще за Владоса тащит. Давай. Все, пацаны, давайте нагружаем дальше. Все, финальная попытка Дэна. Дэн также непосредственно за нас. Давай, Дэн, пошел. Делай. Блин, почти. Но ничего, первая буква, не Тимоха, страшно. Тимоха. Сейчас, Тимоха, погоди. Так, пацаны. Кинты мои. Сейчас это, давайте... Кто следующий? Владос. Владос? Или Даня? Даня. Владос. У тебя бар уже. Сейчас петля будет. Если он возьмет, естественно. Но я не хочу на гимнастике делать. Можно? Есть твердый турник? Я тоже не хочу, но это единственное, за счет чего я могу
чисто вывести. Так, Владос сейчас загадывает. У некоторых буков много уже, допустим, у Данилы, у которого уже бар. Но, тем не менее, мы идем дальше. А у тебя, Владос, тоже бар? Офигеть. Ну да, Владос, у тебя тут, как бы, знаешь, пан либо пропан. Давай. Тащи. Так. Под себя! Опа! Ну как? Как, Владос? Давай, две попытки еще. Две. Я в шоке буду, если в этом видосе будут семеры, петли, там, девятки, ткачи. Это вообще шо будет? Вот бит, пошел. Давай. Тимыч, последняя попытка, все, иначе я больше не снимаю. Ух, Владос, давай, пошел. Надо сделать, надо по-любому сделать. Давай. Так. Эх, низковато, чуть-чуть низковато. Еще одна, Владос. Все, Владос, давай, финальная попытка. Характере. Эх. Близко, но нет. Окей, ладно, что мы делаем? Мы просто Владоса пропускаем и Данила. Короче, у меня есть два выбора, что загадать, начну с жесткого. Окей. Три попытки, как-никак, есть вот шанс. Солевой. Так, ну окей, все, Данила загадывает сейчас, и посмотрим, что будет. Я, в принципе, догадываюсь, но не уверен. А я понял. Давай. Опа. Это хард, пацаны, все. Даня всех порвал. Ну что, Данила? Погнали. Так. Окей. Окей. Ладно. Опа. Хорошо. Все, начинаем выполнять связку. Гашан первый. Давай, тащи. У нас, по сути, связка такая будет. Сейчас объясню. Залететь. Да, залететь просто. Ноги врозь, зайти в стульчик и в ткача. Все. Больше делать ничего не надо, иначе там Даня накривил. Так. Просто бамс, стульчик. Давай, где он там? Стульчик твой. И пошел ткача. Давай, пойдет. Не страшно. Бам! Все. Вот так вот. Несложным образом Гашан делает связку и остается без букв. Жестко. А да? Я сделаю семерку. И следующий Виталя полетел. У Витали, по-моему, есть одна буковка. Пам. Пойдет. Спад. Пам. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Вот так вот. Мы не стали делать у него с отмаха, потому что мог потерять плечи, а нам это не надо, если что. Че, Матвей, прям 100 пудов минус? Ты вообще не делал никогда? Я почти делал. Почти делал? Я ноги не могу раздвинуть. Может, почти попробуем хотя бы? Все, полетели, начали, давай. Там Родео или стульчик, или без разницы? Без разницы, там можно, хоть в Родео, там, это даже и не Родео, по сути. Так, окей. И в ткачика, давай. Опа, хорошо. Молодец, нифига себе. Паркур. Я, если честно, я когда отмахнул от кача, у меня в голове, я же не отмахнул. А потом в голове, ну ладно. Я, кстати, заметил это. Все, следующий Димас точно так же на характере, на лайтах. Берет и делает. Давай, тащи. Пам. Оп. Оп. Уверен. Ничего страшного. Давай. Ну, может, еще пару раз. У нас времени много. Да, спасибо. На электричке совсем не опаздываю. Димас, давай заново уже. Так, все, ладно, мы сразу пробуем, нет времени тормозить. Все, получится, все, просто как на стульчик. Давай, ноги врозь, залетай с замка. Да, пойдет. Оставайся. И пошел, прям пошел, давай. Дэн, тащи. Так. Эх, давай по новой, Миша. Так, ну тут попытки Алишера, так, просто вам тоже накинуть, если что. И Матвей решил затестить, давай. Так, просто решил теста ради залететь на турник. Но отмаха, да, маловато. Все, окей, Димас на перекладине, надо брать и делать. Давай, у Димаса, я думаю, все шансы на это есть определенно. Давай, пошел. Хоп, есть.
Бам! Хорош, хорош. Все, да? Димас справился. Димас, все, буквы вообще есть? А? Буквы? Б? Окей. Окей, не тормози, мы идем дальше с Матвеем. Матвей, опять же, с жесткой мозолью пытается зайти. Опа! Блин, ну нет. Это что, Матвей, было? Вообще какая-то жесть, дичь. Пока вкратце ситуация, это Владос такой идет крутой, у него барс, бабамс. Бабамс. Так, окей. Это Данила стоит на одной руке так долго, офигеть, офигеть. На кривой стой. Но, тем не менее, что я хочу сказать. У кого еще барс там стукнуло, есть такие? Бар, у тебя бар уже? У меня тоже бар. Так, у тебя бар, капец. Андрюх, у тебя тоже бар? Да. Так, и что-то. А, что у тебя, человек? Бар тоже, да? Нет, бар. Опа. Ровненько. Хорошо, хорошо. Отлично. Бар, ну ладно, все, окей. Я напомню, что боремся мы вот за вот такую красоту. Владос, ну-ка покажи в полный рост, как говорится. Вот такая вот мощная штуковина, барс. Чемпион барза. Кто сегодня им станет, кто увезет куда этот кубок? Может быть, в Барнаул, в Омск, либо в Челябинск. А то ли, а может, и в Первомайку. Кто его знает? Посмотрим, посмотрим. Кто? Я загадываю. Димас, давай, все, погнали. Тащи. Сейчас будет мясо, пацаны, готовьтесь. Один элемент буквально готов представить. Димас, какой элемент? Честно, я не знаю. Да я прошу оборот. Но я, честно, догадываюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чехи в мортиру. Что, простите? Что, простите? Ой-ой-ой, пацаны. Это грусть. Короче, просто чешские обороты. Да, в лямках. Он даже своих минусов. Просто чехи. Я пробую. Можно я там просто оборотики покручу 5 секунд? Ну ты помнишь, я пробовал? Да я верю, я знаю, что вы в теории-то можете, там главное уметь подмахивать, от чехи как-никак. Подожди, а это нужно два раза пройти сверху, да? Раз и два. Это ты... Я просто промолчу. Блин, ну, задатки есть, Тася, задатки я есть. Я могу, мне просто нужно отмахнуть туда. Да, да, надо просто раскрыться и во второй также зайти. Вот это страшно. А это, да, страшно, ну реально, капец как реально, Тася, давай мы сможем. Данила? У меня такое не катит, у меня растяжки в плечи нет, в плечах нет, я это даже, что, я барс даже получается? Вот так не зайду. Ну, до получается, свидания. Да. Всем пока, обнял всех, до хруста, всех, да? Всех обнял, я короче, тоже это. Тоже барс, двое минус. Тоже барс. Тоже минус три. Ну, Владос уже до свидания. Минус два. Да. Чё, Дэн, бар получается? Да. Или будем делать? Нет, я не буду это делать. Бар, ну, Гошан без буквины пока что, да? А, Алишерыч, а что мы чехи-то делаем? А у тебя барс уже? Да, ну только что был. Сейчас мы, сейчас у нас сейчас так резко состав покоцался, крупнулся, я бы даже сказал. А Матвей, ты-то что, тоже у тебя все минус? Кого? Чешские? Да. Да. У тебя ба? Да. Ясно. Просто. Георгий, давай, тащи. Так, Гошан решил на чехов залететь, то сейчас посмотрим, что у него выходит, а потом что-то посоветуем. Давай! Так. Ой-ой-ой, как дернуло-то. Так, Виталя принимает вторую букву, но просто покрутится очень красиво. Вот так вот, вот так. Бам! Ух, как выстрелил-то, посмотрите его на него. Просто вообще космический Виталий. Жесть какая вообще. Капец. Хорош. Мы пока в большинстве, но это нас не спасает. Все равно надо идти, потому что каждый сам за себя. Давайте тащим. Но тем не менее команды рубятся в этом барзе. Пошел. Эх, вначале отмах слабый был просто. Так, короче, вкратце о ситуации. А ситуация следующая. У нас есть человек Матвей. И он будет уже загадывать. Как так вышло, спросите. В общем, Стасян и Гошан сказали, мы берем букву. Потому что мозоли, они не вечные, и время, честно, тоже не вечное. Давай, Матвей, пошел, девятка. Так. Ой, почти, но не страшно. Ладно, давай еще. Ну что, Матвей, давай, тащи. Все, погнали, тащи. Так. Ой, хорош. 900 просто на лайтах. Бам. Все, не разгоняйся, давайте. Еще мозоли надо оставить.
все, куда без связок-то? Ну все, пацаны, это капец, это надо сейчас вывозить как-то. Так, хорошо. Сейчас посмотрим, если у нас еще 2 девятки будет в видосе, это вообще мясо. А про больше я даже не мечтаю. Все, Матвей сказал, что засчитывать можно 1 девятку и будем пытаться. С 4 попыток да. Никогда не брал. Сейчас Стасян делает с 3 единства. То есть заход можно выбрать какой комфортно, потому что 900, ну, очень уже сложный элемент. И надо сейчас хоть как-то каким-то макаром просто взять и вывести. Давай. Стасян, к слову, еще ни разу не брал 900. И взяв в этом видосе, это будет нечто легендарное. Так, пацаны, все. Это Гошан и это 900. Как это совместилось, сейчас узнаем. Давай, Георгий! Так. Ух, как высоко, как высоко! Здесь что-то вообще ветер какой-то бешеный в этой шумихе. Поэтому извиняюсь за шумы видео. Полетели, давай. Все, Виталя пошел, 9. Пам. Подержал. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой, жестко, пацаны, ой, жестко-то. У нас вообще там пацаны местами нос к носу идут. Пам, почти. Так, 2 попытка Станислава. 900, 900. Человек еще не делал его ни разу, в принципе. И надо как-то это осилить. Я местами так готовлюсь орать. Я надеюсь, что этот бес из меня сегодня выйдет. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее, что очень настраиваюсь, что пацаны будут брать. Гошан, бывший вообще единственный 900 в команде. Я надеюсь, что за 3 буквально попытки еще он сможет зайти. Давай! Так. Эх. Ну слушай, ближе вроде, ближе, надо еще держать. Так, 3 попытка, Виталя, пошел! Так. Ой-ой-ой, как близко! Ну че, все, давайте, Станислав на перекладине, а это надо брать, значит, 900! Есть. Близко, но нет еще. У тебя барс. 900. Так ты можешь попробовать? Я не знаю. Короче, тут такая система странная. Матвей дал пацанам по 5 попыток на 900 непосредственно. Что бы они могли сделать? Ну, не знаю, к чему это придет, к хорошему или плохому. Посмотрим. В любом случае, дали добро. Так, пошел! Подержал! Ой, 2 девятка! Хорош! Жестко! Бам! Красавчик просто! Давай, Гошан, погнали! Держать! Эх, близко! Гошан, еще 2 попытки! Давай! Ой, Станислав! Ну, давайте. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, надо попробовать. Давай! Тащим! Давай! Взял! Так, все, сразу. Пошли, 4 попытка, Гошан, давай! Так, все, вылетаем. Подержи! Выше! Взял! Опа! Блин, Гошан! Вообще в талово держи, прям в самое талово, что есть, ясно? И тогда можно взять. Просто Стасян на лайтах просто берет, пробует еще раз. Будем надеяться, что эта попытка просто будет, ну, максимально удачной из всех возможных. Давай. Ну, ты, конечно, намного рассчитываешь. Я прям капец рассчитываю, Стасян. Давай. Давай, Стасян. Так. Давай, бери. Я уже понял, что я не туда лезу. Ну, ладно, все. Выше выйди. Прям вверх выйди просто! Близко. Так, Станислав делает связку. Ну давай, Стасян, погнали! Стасян, загадывай сейчас. Сейчас заново включим, чтобы поинтереснее было. Давай, Стасян, давай. Чётенько. Давай, пошел. Опа, есть! Давай, тут с небольшой паузой. Давай. Так. Эх, блин. Держать.
Держать надо. Так, ну пора, наверное, сделать связку, Стасян, я так думаю. Давай, что ли? Задача зайти хорошо, прям хорошо. Окей, элементы пошли. Есть. Дальше. Так, если что, у нас вот это чисто заход на итальянский, то есть это не луна. Подержать, взял! Ой-ой-ой, хорош, хорош, красавчик! Вот это пушка, Станислав, вообще! Мне не нравится из-за вот этой, из-за паузы. Нормально, Гаша, давай, надо, прям надо, давай. Гашан? Это Гашан, что ли? Сейчас Гашану надо будет тащить. Что сделай так, смотри. Че? Бар? Не, не работает, Гаша. Попробуй. Да там-то барс, там, ну, все равно надо будет минусовать. Прям стараться. Мне надо хотя бы попытаться. Давай итальянский просто попробуй. Я могу минусануть. В будущем? Ну, это Эпсилон, Егер, Звиса сзади. Вряд ли кто осилит в такую комбу. Ну, может, осилят, но не факт. Аля, мы пробуем. Не, я итальяшечки не кручу. Прям сто пудов? Вообще, меня сорвет, я улечу. Капец. Это что, бар? Да. А у тебя? У меня ба только. Ба. Так, а... Что делаем с тобой? Я попытаюсь. Давай, погнали. А как там? А у тебя, Матвей, что, уже барс? У меня бар. Бар? И что, делаем итальянский? Нет. Точно? Точно. А ты делал итальянский? Только лямка. Да ты угораешь, ты сделаешь. Я Игорь не сделаю. Короче, у нас в игре пока Матвей, Димас, Георгий, Стасян и Виталя. У нас... Бар. Давай сразу думать, мы пробуем комбу или дальше идем? Дальше идем, наверное. Дальше идем. У тебя бар получается. Бар. Ну вот, я тоже бар. Бар, все, окей. Тогда Гашан. Я думаю, подожди, Диман. Загадывай. Все, Гашан настроен. И надо сейчас делать попытки. Ну все, Георгий, пора загадывать как никогда. Давай, пошел. Давай, Гашан, давай, пошел. Ладно. Оп. Эх, нормально. Попытки, да? Две, да? Да. Ой-ой-ой, Георгий, давай, погнали. Давай. Гашан, тащим. У нас еще самый прикол, время впритык. Мы тут пытаемся доиграть, это вообще все ради контента полетело. Такая движуха мощная. Давай, Гашан. Так. Опа, хорош. Ух, что это? Это вообще что было сейчас? Может, третью еще, чтобы почище попробовать? Я даже не знал, куда полез-то, Георгий. Я не знал этого. Жесткий. Давай тогда, если хочешь, давай еще одну попытку просто сделай, чтобы попытаться чище. Так, мы тут решили переделать, чтобы, может, почище получилось. Давай, Гашан, погнали. Так, вот это разнос вообще. Опа! Пошел. О! Ну это уже почетче было, пацаны, согласитесь. Димас, погнали, давай. Попытка кинга просто. Давай. Капец, это... Ну ты вообще выдал, Джорджо, вообще. Это, конечно, мясо. Стасян, пора. Так, окей, Димас сразу загоняет, давай. Попытка первая, так. Ой-ой-ой, какой вылет, Димас. Да, я знаю. Жесть. Это капец, конечно, парни, это капец. Бам! Так, Виталя. Ну шо, кинга, давай бабахнем. Все, собрались, давайте, первая попытка, пошел. Все, сразу друг за другом надо тащить. Ой-ой-ой, вот это просто вообще улетел. Капец. Ну ты жесткий. Возьмем. Попробуем. Давай. Все, сразу Стасян следом, все, чередом мешай, полетел. Скачет, да. Все, Стасян, надо. Блин, самый стабильный элемент делал на саревах, на шатающемся турнике делал. И вот тут проблема. Ну давай. Ничего, пошел. Давай, Стасян. Ой, это что вообще такое? Вот вопрос, я бы сделал, если бы я руку отпустил? Мне кажется, да. Так, ну все, у нас пошла попытка вторая. А, Димаса, давай, пошел. Так. Ой, жестко. Я не умею внутренне.
А че не попробовал? Я не смогу все равно. Ты уверен? Ёпарасоте. Я в смятении, честно. Все, Стасян, давай полетели. Я очень надеюсь, что сейчас Стасян как-то смогет. Матвей, ты делаешь? Да, давай. Стасян просто сам в себе берет и делает. Опа. Почему я не могу руку отпустить одну? Ну все, вторая, да? Давай, Виталь, пошел. Все, давай, надо. Прям как-то вырываться вперед. Тащим. Здесь у многих атлетов по три буквы, и надо, конечно, что-то предпринимать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! О, жесть, какая жесть! Просто вообще! Все, следующий! Нила опять победитель, он забрал кубок. Мой-то это понятно. Ну, стой, выруби. Смотри, короче, давай, типа, кубок будет стоять, ты такой будешь его снимать, я, типа, пробегаю его, хватаю и убегаю. А где мне снимать? Ну так, типа, снимай кубок, там говори, типа, вот этот кубок там достанется. Все, окей, я тебя понял. Ой, офигенный кубок, какой барс, вот кто бы его забрал? Это что за чупакабра была? Ну все, пацаны, расходимся. Так, ну все, сейчас нужна максимальная поддержка, орем за каждого, тащим, давай, Стасян, пошел. Не надо кричать, не надо, Стасян. Мне крики не нужны. Спасибо. Давай. Это я тем, кто смотрит этот видос. Погнали. Вот кто смотрит, прям кричать. В доме орем на всю. Давай, Стасян, пошел! Так. Ой-ой-ой! Блин, ну это уже... Вот рука лишняя, прям рука вообще лишняя. Это же кинг. Это будет типа кинга, если ты хотя бы руку уберешь, что ты прижмешь к себе условно. Сейчас. Да, Виталь, погнали! Все, делаем сейчас. Давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Что за жесть такая? Как ты так падаешь? Ты, Виталий, живешь? Я вообще в шоке. Да, нормально, просто. Я просто из Омска. Все знают, что у меня есть один легендарный трек, который я включаю всегда на какие-то жесткие элементы. Давай. Мне кажется, время пришло. Да. Так, тут смотрите, какая тема. Матвей, а ты что, все, что ли? А я да. Кинга не будем? Нет. Ёпарасоте. И чё это? Это клуб тех, кто вылетел, кроме Гошана. Клуб неудачников. Ясно всё. И Гошан пришёл такой, да ладно, пацаны. Ну, пора сделать что-то очень мощное. Буквально за одну попытку. У него всегда в конце всегда получается. Давай, Стасин. Поехал. Пошел! Так, давай дальше, пошел! Кручивай! Я не знаю, Кинг, нормальный, нет? Я посмотрю, да, я посмотрю. В общем, у Стасяна не Кинг, как бы, ну и, блин, ну и что-то было, думаешь, и мы решили, что дадим просто еще одну попытку, и там посмотрим. Что, еще одну попытку? Да. Еще одну попытку. Потому что, ну, блин, я... Ну, я понимаю, да, сложно такое засчитать. Блин, как обидно, как стабильно было. Все, пацаны, давай сейчас прям друг за другом полетели, сейчас тормозить вообще нельзя. Все, тащим. Виталя, давай. Давай, пошел. Воркаутом. Давай, Виталя. Ой-ой-ой-ой. Так. Крути. Машина. Так, господа, что делать? Просто встал. Нет, почему? Сможешь сняться видосик. Че, давай, где у нас Димас? Где Димас? Димас? Минус? Барс? Потому что уже как бы время и... Понял, ладно. Ну, может, попробуешь или нет? Нет. Это финальная попытка, к сожалению. Вот надо сейчас... Я даже не буду про свои эмоции говорить, я буду смотреть. Есть! Пойдем! Давай, все, двух и все! Есть! Я вот честно, я не знаю вообще. Короче, будем учить супруг.
Я бы мог засчитать, конечно, знаю, что человек-то мой, но я понимаю, что все понимают, и это было бы там, нечестно. Там. Просто даже суть в том, что если сравнивать с кингами, которые делали пацаны, и сравнить мой, ну просто нечестно такое засчитывать, прям вообще нечестно. Ну это прям вот из пальца было бы высосано. А нам оно надо? Не, зачем? Это же барс. Все не по-детски. Ладно, ну погнали. Все, Стасян, не, все? Стасян, все. Один на один остались Георгий и Виталя. Это не ну давайте, Виталя получается загадывает. Давайте, друг. Тимыч, Тимыч. Ну ладно, полетели. Еще пару попыток есть. Цян говорит, я просто попробую по приколу. Вот. А дальше уже там... Уже Гошан где-то ходит, расстраивается. Ой, смотрим вообще. Смотрим и боимся, как говорится. Эх, почти. Че, сейчас то же самое, другое? Другое, наверное. Другое. Так, короче, элемент сменен и будет, конечно, будет необычно, короче говоря. Насколько необычно, сейчас узнаете. Можешь бэк зацеп потом попробовать. Ну, как бы смотрим сейчас. А? Такс. Давай, Виталя! Ну все, бэк зацеп, все? Попробуй, давай, попробуй бэк зацеп. Давай, ладно, попробуй просто. По приколу. Как продолжение как будет. Буки, давай! Взял! Не, не взял. Все, давай, Стасян, пошел. Так. Опа! Опа! Близко вообще. Ой, короче. Ну ты, Гошан, прям только старайся, понял? Он, правда, он очень... Только вовнутрь. Не-не-не-не, ты импульсы сделай. Гошану маленько пытаемся объяснить, сейчас посмотрим вообще, на что это выйдет. Все, погнали. Да. Можешь. Только позже, Гошан. Позже, Георгий, позже. Так, ну, Гошан, давай. Попозже прям. Сначала импульса сначала. Так. Так как это был решающий момент для нашей команды, я старался максимально объяснить Гошану данный элемент. И последняя попытка должна была предопределить дальнейшую зарубу. Честно, в этот момент я сначала расстроился. Ведь как ни крути, но я топил за наших ребят и до конца верил, что мы сможем забрать кубок. Но в моменте я решил забыть о проигрыше и вспомнить, кто именно стал чемпионом Барс. Виталий не просто так появился в нашей игре. Он преодолел приличное расстояние, чтобы добраться до нас с Омска. Да и честно, расстояние это меньше, что ему пришлось пережить. Еще казалось бы, недавно Виталий занимался в родном зале под руководством своего тренера, а по совместительству друга Илюхи. Вместе с ним они прошли через много элементов. Но в один момент жизнь Ильи оборвалась. И тогда единственное, что пообещал Виталий напоследок своему товарищу, что не бросит воркаут. А конкретно эту победу в Барс он посвящает Илье. Но сейчас я бы хотел, чтобы вы немного разгрузились и смогли порадоваться за Виталю вместе с нами. Я считаю, я выиграл. Я сейчас кубок заберу и пойду. Ну что, Виталий, поздравляю. А что, в смысле? Вы победили в Барс. Да? Гошан, принеси наш кубок. Станислав, принесите кубок, пожалуйста. Вручите, вы же бывший чемпион, как-никак. У нас новый чемпион по Барсу. Спасибо. Виталий. Давай, вручаем. И этот кубок уезжает в Омск. Мощно. Вот это да. Вот так вот, ребята. Молодец, заслуженно затащил. Четко, вот компа мне понравилась с кингом. Офигенно. Это было хорошо. Это было отлично. И на этом мы... Ставьте лайк, если вы поняли, что мне нужна супра и кинга. Всех жду в Омске. Ставьте лайк, если комар хочет в Барс. Комар хочет в Барс. Это было очень эмоциональное видео, к которому как будто я и сам не был готов. Здесь напоследок я бы хотел сказать спасибо каждому из участников, кто потратил свое время и сделал это действительно мощное видео. Также хотел обратиться к своим подписчикам, проживающим в Омске.
Виталя, помимо того, что он мощный атлет и действующий чемпион Барс, он еще и тренер. Мне было бы очень приятно, если бы вы написали ему, перейдя по ссылке в описании, и записались к нему, научившись многим действительно сложным элементам. Также еще напоследок хотелось бы выразить огромную благодарность лидеру Воркаут Омск Евгению Бушмелеву. Спасибо огромное за футболку. Ну, а на этом все. С вами были Дима Тярик Скул, Воркаут Омск, Воркаут Лион. Всем прогресса. Пока!